Здание детской поликлиники номер 1 возвели в 80-х. По прошествии времени строение нуждается в апгрейде. Ремонт здесь идет активными темпами. Начали с крыши. На днях покрасили потолки в прививочном кабинете. Раньше из-за неполадок с кровлей на них были видны подтеки. Теперь все соответствует санитарным нормам. В ближайших планах обновление холла. Я хочу сегодня выразить огромную благодарность Бобруйскому горосполкому, что они увидели эту проблему, выделили финансовые средства для ремонта кровли. На сегодняшний день ремонт этот завершен, и мы можем начинать уже плановые ремонты в тех кабинетах, которые стоят у нас в плане ремонта. Обновление коснулось и больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. За счет средств городского бюджета установлена система лечебного газоснабжения объемом в 20 кубов. Это позволило значительно сократить транспортные расходы. Раньше баллоны с кислородом доставляли 3 раза в неделю. Теперь заправки хватает на полгода. В хирургическом корпусе заменили 2 лифта. Современные просторные кабины быстро и безопасно перевозят и пациентов, и персонал. В учреждении ведется системная работа по обновлению материально-технической базы, по укреплению и по проведению текущих ремонтов. Помимо бюджетного финансирования, мы стараемся искать еще средства от приносящей доходы деятельности и спонсорские средства. Городские предприятия не остаются в стороне и предлагают свою помощь. Так, например, БЗТДИА взял на себя ремонт 4 санузлов в кардиологии. 2 помещения уже готовы. Светлая плитка, современная сантехника, сушилка для рук, здесь же и антисептик. Пациенты оценят. В этом же отделении за бюджетные средства обновляются больничные палаты, меняются светильники, ремонтируются лестницы. Ну, в основном у нас работы ведутся только своими работниками нашей стройгруппы, подобран очень хороший коллектив, специалисты, выполняем заявки в отделениях, производятся закупки материалов необходимых и выполняем работы по мере необходимости. Без внимания не остается и входная группа. Ступени отремонтированы на совесть. Аккуратная плитка радует глаз. На очереди и укладка бордюров. На днях покрасили также терапевтический корпус. Впереди масса работы. Ремонт продолжится в 7-этажном здании хирургии. Апгрейд коснется как приемного отделения, так и палат. Татьяна Горбач, Максим Галионко, Бобруйск, 360.